История «Дважды два» за 15 лет. Рекап. Год 2015. В этом году мы постоянно во что-то рубились. Сначала в танчики. Мы так увлеклись, что привлекли к этому даже своих домашних питомцев. Потом мы рубились за зрительскую аудиторию и отправили наши кубики покорять другие города под девизом «Первый захватывающий». Но этого нам было мало, и мы ввязались в очередной московский велопарад. К этому моменту мозг наш настолько закипел, что пришлось его срочно остужать, сбросив в водохранилище на глазах у изумленной публики. Ну а чтобы восстановить силы, мы создали утреннюю рубрику «Физра на дважды два» с самым харизматичным физруком тысячелетия, по мнению самого физрука. А закончилось все тем, что мы стали первыми на российском ТВ, кто показал финал чемпионата мира по киберспорту. «Дважды два равно 15».